Что мы ждали? Очень хороший соперник, прогресс в сезон. Очень красивый, хороший футбол. Мы ждали такие игру, просто у нас осталось много сегодня. Не хватит игроки ведущие, команды все травмировали, кто-то болеет. Поэтому я думаю, мы сделали нашу игру. Мы ждали половину площадка, мы не привыкли так играть. Но все равно молодцы, ребята терпели. И ничего, это совсем не очень плохо. Завтра как настраиваться? Ну да, остался завтра. Последняя игру это в год. Поэтому постарайтесь выходить на Рождество, на Новый год, все такие с хорошим настроением. Спасибо. Нет. А можно самое.